Внутриквартальные ремонты, которые то и дело проходят в столице, порой вызывают смешанные чувства у рижан. Так жители одного из домов Заосулаукса недовольны ремонтом прилегающей территории, а именно высоким бордюром, который разделяет дорогу для машин и тротуар. Из-за высоты бордюра двум машинам в узком дворе теперь будет не разъехаться, а значит жильцам придется искать парковку в другом месте. Но строительный надзор говорит, ремонт проходит по всем стандартам. Тему продолжит Евгения Копылова. Узкие дороги – проблема чуть ли не каждого рижского двора. И если до сих пор объехать припаркованное авто возле этого дома в Заосулауксе можно было лишь частично заехав на тротуар, то после того, как двор отремонтирует и установит новые бордюры, сделать это будет сложнее. Не каждая машина сможет преодолеть бордюр в 12 сантиметров. Мы очень рады, что нам чинят дорогу в нашем дворе, но люди, которые паркуют здесь машины, не согласны с тем, что будет высокий бордюр, и мы не запаркуем машины. Да? Мы бы хотели, чтобы сделали вровень тротуар и проезжую часть, либо минимальный бордюр. Можно передвинуть тротуар на 20 сантиметров ближе к дому, но на этот вариант не соглашаются. Нам сказали, что если сузить тротуар, то будут проблемы с детьми и инвалидами. Я не знаю, до сих пор не было ни одной проблемы, и никто из жильцов не против. Жильцы предлагают разные варианты, которые бы решили эту проблему. Но строительство уже идет, и переделывать никто ничего не будет. Будем переделывать, только добавить. Вот сказал этот прораб или кто там. Обычно исполнительная дирекция не согласовывает с жильцами ремонт двора. Поэтому о проблеме стало известно только когда бордюры уже были установлены. Строители говорят о стандартах. Реконструкцию такой территории оговаривают сразу два документа. Как в них записано, так и делают. Проблема в том, что эти стандарты довольно старые. До того не было автопарковок, да, и мы восстанавливаем эти дорожные покрытия строго по старым границам. И если они предварительно не рассчитаны в этих местах, тогда ну, мы их и не делаем. Мы делаем, восстанавливаем дорожные покрытия такие, как они были, в таких же габаритных размерах. То есть машины там стоять, по сути, не должны? Не должны, абсолютно. Какой-либо специальной парковки у жителей нет, и куда ставить машины теперь, после реконструкции, неясно. Отметим, в случае этого конкретного дома строители согласились уменьшить высоту бордюра с 12 до 11 сантиметров. Евгения Копылова, Анастасия Дьяконова, Айгар Ковалевский, Латвийское телевидение.